Сможет ли Райз совладать с Сюнгминой? Все возможно в этом безумном бою. Б. Одна и та же арена, три раза подряд. Плюс. Фантазм лезет. Хороший блок от Райза, но не угадывает. Ай-яй-яй, нет, там... Можно вот запанишить после 236 БА. Нет, это не панишится. Фантазм, к сожалению, не очень знает этот анимацию прием. Там после есть две версии. Ох, какая хорошая комба! В одном миксапе. И это килл. Нет, Райз! Ах, Райз запорол комбу. Ему надо всего-то сделать было свою нормальную комбу. И он бы выиграл. Паниш. Нет, паниша. Пошли барасочки. Заряд. Зря дает быстро очень заряд Райз. Стоит немножко подержать его. Гиммики. Сейчас комбу он не запарывает. Вачубер Мифазер. Ай-яй-яй, нет. Неужели опять сможет забрать бой Фантазм? Да. Слишком зажался Райз за Кассандру. Что в первом бою, что и во втором. Ну, стоит как-то поосторожнее в этом плане. Переставать эти прыжки. Да, это, возможно, даже оставит в одном миксапе от убийства. Да. В этом раунде ничего Райз, к сожалению, не угадал. Фантазм играл очень, можно сказать, жестко. Надо, конечно, немножко теряется Райз, это прям видно по его игре. Ему надо как-то собраться, потому что... Ой, что такое случилось? Его подключение, ошибка мне пишет. Не знаю, что это значит. Может быть, у меня Steam отключился. Но надеюсь, что вы все видите. Может быть, Люк, скинешь мне тогда инвайт, потому что... Да, спасибо. Отлично. Так, иду обратно. Не знаю, что там за сетевое подключение было. Так, я вернулся. Да, вернулся. Все, аминь. Можете начинать играть. К сожалению, бывают небольшие какие-то проблемы вообще в последнее время в тиме. Выкидывает игроков. Вот, но благо выкинуло сейчас меня хотя бы после игры. Поэтому все в порядке. Я как бы надеюсь, Райз все-таки видит это, да. Видел хорошо. Вот, ну что, Райз, в принципе, хорошо играл первые два раунда. Единственное, что да, там какие-то такие неприятные, можно сказать, запоры были во время окончания их, но в целом до концовки все было хорошо. Вот. Что будет делать в этот раз Райз? Надо посмотреть. Может ли он собраться? Может ли он противопоставить что-то вот такому персонажу, как Сюнгмина? Потому что явно не очень приятный матчап, и я думаю... Все-таки Сюнгмина на close range очень... Ну, очень неприятный чарик. Ай-яй-яй, ручки коротенькие, не дотянулись. Хороший прессинг от чит-гарбрейка от Сюнгмина. Да, опять ББ пошли. Ну да, вот против ББ... 2-2Б... 2-2Б Сюнгмина заходит очень хорошо. Очень неприятный удар. Ой-ой-ой. Очень... Плохо, по-моему, паниш это. У нее все-таки лучше АА сейчас панишить. Ну, да, мне кажется. Блок. Всюду 50 на 50.
плюс. Фантаз решил не угадывать, включает. Ой-ой, что ж... Осторожнее надо быть, да, и... Съедает контрхит. Фантазмы... Не, немножко... Неосторожно сыграл, и это потенциально рингаут. Вот тут бортики очень кривые. Райс почему-то не очень хочет съедать. Ах. Запарывает гамбу. Там лезть нельзя, фантазма надо быть поосторожнее в этом плане. Без влезаний. Ох. Что-то все у Райза не получается, прям все комбы порятся, прям явно нервничает. Пока отзонивает, просто перезонивает Кассандру, ей несложно очень подойти. Попадает. Хорошую комбу. Зарядка ей была. Но надо быть поосторожнее. Ах, это может плохо кончиться. Райз начал сжать. И это... Странно, я думал он сделает комбу с метром. Райз... Фантазм, но нет.